Какая война, по-вашему, тяжелее, это или та? Война остается войной. Техника другая. А где враг? Он наверху. Вот наверху, где этот. Видели его уже с утра? Да. Нет, еще вчера были там. А у вас все нормально с домом, не разбомбили? Ну, бомбили несколько домов. А вообще какие-то исходные данные есть, что противник, какое количество, где находится? Я знаю, что очень много. Точные цифры никто не знает пока. То есть заходит их не только пехота или они с техникой? Они с техникой. А как они ее протягивают? Не знаю. Помогают беспилотники. Аскцан. Викингишки. Вон второй прилет. Если турки только, если Турция только руки свои уберет, мы их до куру загоним. Турция, а не Азербайджан. Азербайджан это ерунда какая. Пластмассовая страна. А его сын умер в 16-м году на бою. Да? Ваш сын погиб? Да, 20 лет. Сейчас он пришел, чтобы отомстить хоть чуть-чуть. Единственный сын был. Сын товарищ. И победим. Все отлично будет. А сам вообще откуда? Родился в Баку. О, как? Да, 8 классов закончили, переехали в город Степанакерт. Прошел войну первую. Был ранен, пулевое ранение сквозное, в области правого коленного сустава. Имею 2 сына, они тоже в разном направлении, я тоже в этом направлении. То есть дети тоже на войне твои? Дети тоже на войне, да. Ну а что думаешь, вообще как-то примириться с ними возможно, с Азербайджаном? Они всегда обманывают, их верить не надо. У них Турция есть, сила у них. Нас мало, но мы сильные. А их много. Но недалеко. Нас мало, но мы в тельняшках. Мы армяне. Небольшой перевал был. Выяснили, что противник за горой. Поэтому командир сейчас принял решение вот вместе с этой группой выйти на гребень этого холма и постараться заглянуть, будут ли по нам работать, не будут. Ну вообще над нами кружит беспилотник, это уже нехорошо. А привет можно передать? Да. Привет, Гегине. Как дела? У меня все хорошо. И все будет хорошо? Все, конечно, будет хорошо, да. Без вопросов, не обсуждайте. Без никакого вопроса. Она саранская, теперь уже живет хорошо. В Москве. Привет. Мы обязательно победим. И уже победили. Продвигаемся вверх на хребет, где должны закрепиться ребята. Делаем часто остановки, потому что перед нами идет разведгруппа. Они смотрят, чисто ли по сектору, и только после этого мы небольшими переходами метров по 200-300 перемещаемся и закрепляемся вот с передовой группой ребят. Слышно двигатели техники, которые работают, видимо, за горой. Судя по всему, это техника вооруженных сил Азербайджана уже там группируется. Отходим!
Командир, а почему отходим? Не думали, что так получится, но вот на том гребне уже видно движение. Вот это явно азербайджанцы. Да? Вон группа идет. Андрей, какие новости? Сейчас будет бомба. Вот и все. А конкретней? Сейчас наша артиллерия будет поехать в позицию. То есть, грубо говоря, мы сейчас вышли и определили их местоположение? Так точно. И дальше? И дальше сейчас не будет бомба. Ну, они идут. Потом мы определимся. Это по нам. Стоп. Это по нам. А, встретились с диверсионной группой? И как? Ну, как-то. Трое наших нами, и у них где-то 15-20 человек убитых. Вот так, как-то. Все. Сейчас будет немножко... Пиздец, жарко будет здесь, да? Здесь всегда грустно, понимаете? А, всегда их херачили так по нам, да? Да нет.